Всем привет из Сочи. И у нас, ура-ура, очередной розыгрыш. И в розыгрыше будет участвовать вот эта великолепная парфюмерная фабрика сорта Diffusion. Замечательная красотка. Вы посмотрите, какие у нее листья. Это просто что-то с чем-то. Серебряные в крапушку. Действительно, сорт красотка. Плотный, компактный. Куст очень такой мясистый, скажем так, мясистые листики. Поверну сюда. Вот от этой фирмы. И, конечно, сейчас покажу эту красотку, которая очень приятно пахнет. Солнышко убегает. Сейчас попробую поставить ее поближе к солнышку и покажу эту красоту. Посмотрите, какая замечательная. На два цветоноса. Цветоносы разветвленные. Цвет просто, не знаю, нельзя передать. Он и розовый, и какой-то с малиновым, и край более розовый. Действительно, настолько интересная красоточка. Не хочет только стоять на диване. Смотрите, вот такая красота. С очень-очень приятным ароматом. Жалко, камера не хочет передавать весь цвет. Сложно передавать вот такие цвета. Сейчас попробую отключить вспышку. Посмотрим без вспышки. Может быть, без вспышки получится лучше. Поставлю сейчас поближе. Это вот без вспышки. Нет, все равно не дает вот эту окантовку, реально нежно такую розовую, окантовку все равно не видно. Так что включу вспышку. Вот эту шикарную орхидейку предоставил наш спонсор, оптовая компания на переулке Промышленном 4. И она у нас будет участвовать в розыгрыше, а то я залюбовалась. Вот. Кто еще не участвовал, все просто. Надо подписаться в комментариях, подписаться на мой канал и в комментариях написать «Я участник» и указать, из какого вы города. И поставить лайк тоже бы надо. Вот такая красота, не могу оторваться. Действительно замечательная. Единственное, девочки, если у кого совсем-совсем холодно, то по возможности задумайтесь об этом, надо ли переморозить орхидейку. Доставка, как всегда, будет осуществляться за счет победителя. И вот эту орхидейку мы с вами разыграем в субботу. Суббота это у нас получается 19 декабря. Розыгрыш состоится, как обычно, в 18:00. Принимайте участие. Я думаю, такая шикарная орхидея с такими, посмотрите, какими шикарными листиками, с такими шикарными цветочками, достойна быть в любой коллекции. Я думаю, все захотят ее увидеть. Действительно шикарный сорт с шикарным ароматом, даже сложно передать. Ну, таких, знаете, дорогих духов. Попробую повернуть ее другой стороной. Так, вот, показать с другой стороны.
Вот, смотрите, на солнышке, как красиво смотрит. Так играют цветочки на солнышке. Сейчас попробую брать ее немножко в тень. Покажу в тени. Сегодня у нас солнечно. Вот, смотрите, какая красота. Орхидейка компактная. С хорошей корневой системой. Все орхидейки я обязательно проверяю, вытаскиваю. Здесь просто хотела показать красоту, как их продают, как их упаковывают. Корешочки все хорошие. Смотрите, какой толстое основание. Орхидейка взрослая, не совсем молоденькая. Это всегда я приветствую, особенно для своих коллекций, не только для своих. Стараюсь выбирать не совсем молодые растения. Такие растения будут цвести дольше, чем совсем молоденькие. Потому что когда покупаете совсем молодые растения, они обычно начинают после отцветания наращивать листву и достаточно долго не цвести. А здесь взрослое растение, заслуживающее внимания, я так думаю. Поэтому я думаю, все захотят такую красоточку. Она действительно красоточка. Вот этот бутончик уже со вчерашнего дня лопнул у меня. Я вчера не стала снимать, было темно, и она у меня уже стала распускать вот пару бутончиков, уже лопнули у меня. Я думаю, она раскроет все бутончики, потому что бутончики все целенькие, все надутенькие, видите, и она будет еще долго-долго цвести и радовать победителя. Вот такая красота. Если будет победитель из другого города, конечно, упакую, утеплю. За это можете не переживать, потому что у нас пока тепло. Но я знаю, даже уже чуть дальше от нас, уже в Краснодаре, уже прохладно. Так что, если это будет не так далеко, я думаю, есть смысл эту орхидейку еще отправить. Если, конечно, победитель будет далеко, но какое-то время я смогу передержать. Но, конечно, не очень бы хотелось, потому что это все-таки живое. Нести ответственность очень долго за такое живое не хотелось бы. Так что постарайтесь об этом тоже подумать. Замечательными пышными цветочками. Сорт настолько замечательный, что он очень часто дает деток просто так. И очень-очень долго цветет. Так что, я думаю, каждый захочет получить его в свою коллекцию. Вот эту вот красоту. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарий. Я участник, и участвуйте в розыгрыше. И всех жду 19-го в субботу в 18:00. Спонсор, еще раз повторю, оптовая база на переулке Промышленном, 4. И мы узнаем, кому достанется вот эта вот красоточка с такими замечательными цветочками и замечательным ароматом. Всем пока-пока, всем удачи, крепкого здоровья, хорошего настроения. Такого же яркого, как эта красота. И еще раз пока-пока.